Всем привет, с вами я Павел Первый, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies. Россия против зомби, будем опять сегодня играть мини-игры. Давайте заодно пока зайдем в наш любимый садзен и польем растения. У нас набралось почти 20 косарей. По-моему, можем купить еще ячейку для растений, которая так или иначе, я думаю, нам пригодится. На зубы, малыши, когда расти собираемся. Опа-на, или стратить граммофон какой-то на них. И всего. Я потратил 15 косарей на какое-то говно. Мы потратим еще по 15 на говно всякое. Что это за... Ай, монетку просрал. Мне не хватает немного. Говорят, их продать можно. Давайте продадим. Три косаря. А за это сколько? Так, тогда у нас хватит этой хрени. Оранжевенький. У тебя есть, кроме золотоцветов, еще что-нибудь? Ясно, понятно, похоже, что как-то по ходу откроется. Я не затерплю, сейчас нажму. Го в мини-игры пока. Так, в ряды это как? Вау! Ни хрена себе. Окей, ясно, понятно. Что мы решили мега ультра килл сразу. Ой.
такое мясо прям идет. А, нет, лезь. На 2. Даже не больно оказалось. Черт с два, сделай что-нибудь. Задротская волна. Сюда ораву сдержать. Теперь у нас ничего нет. Никого абсолютно. Кабачки. Не выжить однозначно. Пускай на все, на все случаи жизни будет посередине тут поставлю. Такие бонусы только на крайняк использовать. Давайте арбуза пусть, я знаю, что вы крутые. Затащите их. Вообще надо было здесь стоять. Блин. Черт, пожирают. Она так нужна, куча кабачков. Понадобится.
третий ряд появились. Так нечестно, в прошлый раз не дали. Что я буду делать на третьей попытке? Вопрос большой. У меня нет перца. Как они отжираются? Проебать мид охуенно. Полегче, полегче. Жмать. Пожрать. Нереально почти было. Дача на бобспое. На бобслее. Так, и что они будут делать. Зря я проиграл деньги на хуйню какую-то. Теперь жалеть. Что еще поставить можно? А, пушинки. Охуенно. Всего 4 линии. Получается, такой у нас бассейн. Для постройки полностью доступен. На то и удачи. Черт, это я не ожидал.
Ясно, понятно, зачем он теперь. Ну, нужно что-то вроде кабачка там. Так, даже арбуза пульты, по идее, не понадобится. Всякий случай. Так, блин, оружие так опять нет. Ясно. Теперь уже сложные мини-игры пошли. Далеко не самые легкие. Да уже сразу оборот делать. Против них выживают. Не, это тоже не то. Уже какая-то другая сборка. Поэффективнее, быстрее. Я даже не знаю, что взять. Какие-то сильные. Быстрые и так далее. Точно. Блин, как это мега нереально. Отличное начало для меня.
с вами сделать-то? Сожжете сейчас все. Чем-то же вы должны сломаться. Старая следом. Давайте лучше друг друга поиграем. Какая-то непонятная, нереальная игра, в которой надо продумать страту всю. Это что за нафиг? Ускоренный режим. Fast Mode. Как-то в ускоренном режиме побыстрее все пойдет. Даже масло не надо подкидывать раз. Пик, писюн, волна! Можно чуть помедленнее. Oh.
Еще не успел поставить. Поймешь, что происходит. Охренище солнца! Будем играть супер скоро. В ускоренном режиме, окей. Ты нас съел! Можно как-нибудь помедленней? Фу. Это не так что-то было. Размажется он с удовольствием. Уже у вас замки мало, могил это хранище солнца. Опасную могилу надо устранить. Знаете, чё вы как овощи, слишком легко вас мочить. Растение.
Так, осталось только два лайна. Да зашибись! Еще растения, да ладно. Сколько этих растений-то? Вот это уже жопа, 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 жопа! Вот это конец эпичный был. Неожиданно. Что за растение это вот? Давайте их подъем путь. Просто так проебало это удобрение. Еще вот сюда полить, полить. Ах, грибочек. Так он спит тут. И этот тоже спит. Так, давайте последний рубеж. Всякие случаи, все нужное необходимое возьмем. На все случаи жизни. Надо же не перешить по последним растениям. Поставить пенек огненный. Да. Пенек. Это. Так. Арбуз. Вряд ли. Смотрим, смогу ли я. Сомневаюсь, что-то и вот-то немного. Но режим песочницы мне уже понравился. Так, этого хватит на два лишь. Надо подумать. Окей. Этого на три линии. Сложный выбор. Даже ничего не скажешь насчет этого. Ну,
Давайте попробуем. Да, 4 огненные горошины, капец, рулетка. Можем еще подставить даже попробовать. Стучок. Надо было сохранить. Два перепрыгнуть через мои огромные карты дальнейшие. Так, давай кидай свою массу. Волна, ждем. Пять волн, значит, делает. Только первая. Или это все будет? Если это все, то легче ничего не видим. Да это нормально. Не плачет, не плачет, не плачет. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Прощай. Тебе на замену. Тебе на замену. Продолжайте. Бедно, лучше плачет, да. Мне ж его жалко. Ты жалкая скотина, если не плакаю на этом моменте. Сожрут скоро. И этого сожрут. Это единственный вообще. Ах ты гребаный футболист! Сожрал бедный как-то. И здесь рубеж прорван. Футболист, фига ты не умираешь. Я тебе ничего не сделал. Живите, как мужики, до конца. До последней капли крови. Нам дает 250 солнца в ночь. Гоу. Песенку неудачно поставил. Считай, как это... Огромная река не нужна больше. А пока думаю, хорошо, стал с газетой. Башки нету. 4 подряд горошина огненных. Тащит, тащит. Я чувствую... А, зомби с дверью! Это слишком сильно. Если бы я знал, мне правда откуда это, я бы взял здоровые грибы, кофеин.
удастся тебе перепрыгнуть. Блин, вторая лестница. Ну чё, охренели что? Лестница дальше. Так, опять 250. Да, здесь сожрали. Твои уже могли. Здесь теперь стоп причин. Мне кажется, за этого он уже там отожжет. Горох плачет. Какой нафиг горох? Олег. Как я и сказал, сожрал. Этот зомби перед дверью самый крепкий. Но, по крайней мере, горошина подействует. Конечно, прикрывается вот этого грёбного сраного футболиста. Да, надо было брать все-таки магнитики. И даже полезно будет. Блин! Сколько там пробок. Блин, с этой болтой еще не закончили. Какая нафиг большая болта? Тащи, боец, ты должен.